При проверке пропусков маски в подарок. Сотрудники ГИБДД провели акцию, направленную на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Инспекторы останавливали водителей и при проверке документов вручали им средства индивидуальной защиты. Участникам акции помогали глава округа Владимир Ружицкий и начальник Люберецкой ГИБДД Илья Атаманов. Акция под лозунгом «Мы рядом» прошла при въезде в Люберцы со стороны Лермонтовского проспекта. С того момента, как в регионе ввели пропускной режим, здесь дежурят патрули ГИБДД. Но на этот раз инспекторы останавливают не только для того, чтобы проверить документы и QR-коды, но и вручить средства защиты от вируса. Принял решение такое, я губернатор нашей области, такую акцию провести. В сегодняшних условиях маска, она необходима. Здоровье – это главное, здоровье – это важнее всего. И когда мы будем соблюдать режим самоизоляции, тем быстрее все это закончится. Жители это должны знать, понимать. С 22 апреля в московском регионе заработала автоматическая система проверки пропусков. Теперь для проезда в общественном транспорте необходимо внести номера карт, стрелка, тройка и социальной карты в цифровой пропуск. Владельцам личных и служебных авто тоже следует указать данные всех машин, которые будут использоваться для передвижения. Временные ограничения вводят для того, чтобы остановить распространение вируса. А социальные акции, проводимые в этот период, еще раз доказывают: только вместе и помогая друг другу мы можем справиться с этой бедой. Анна Троян, Луиза Егиазарян и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.